американский Cadillac представил новую флагманскую модель Cadillac CT6. По заявлению пресс-службы Cadillac, новый седан способен будет составить хорошую конкуренцию таким моделям, как Audi A8, BMW 7 серии и даже Mercedes S-класс. Речь идет, разумеется, о конкуренции на американском рынке машин. Новый Cadillac будет выпускаться с двумя вариантами бензиновых моторов. Атмосферником объемом 3,6 литра мощностью 335 лошадиных сил и турбовым мотором объемом также 3,6 литра мощностью уже 400 лошадиных сил. Оба мотора будут оснащаться 8-диапазонным автоматом. Но у атмосферника коробка передач будет с индексом 8L45, а у турбового мотора коробка будет 8L90 от Corvette C7. Среди особенностей нового Cadillac следует отметить: кузов, в изготовлении которого использован алюминий, магний и высокопрочная сталь, салонное видеозеркало заднего обзора, систему полуавтоматического управления машины, когда компьютер способен полностью взять на себя управление машиной, но только при хороших погодных условиях, ну и новую стереосистему фирмы Boss, в которой 34 динамика и буфер багажника. Ну и, наконец, последнее. С этой модели все седаны Cadillac будут выпускаться с буквенным индексом ST, а дополнительные цифры в названии будут обозначать класс автомобиля.